В Жангалинском районе полным ходом идет строительство социально значимых объектов. Также приоритет отдан обеспечению населения жильем. На днях заместитель акима области Тимур Жан Шакимов посетил районный центр. В селе Жанажол строится дом культуры на 150 мест. Стоимость проекта более 211 миллионов тенге. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Вопрос по Дому культуры поднимался жителями сельского округа давно. В этом году мы начали строительство. Задействовано 30 человек из числа местного населения. Подрядчиком является товарищество с ограниченной ответственностью Аяла. Работы идут полным ходом. Во главе угла и вопрос обеспечения жангалинцев жильем. Так, в этом году заложен фундамент трехэтажного многоквартирного и 22 жилых домов. Заместитель акима области Тимуржан Шакимов встретился с представителями подрядной организации. Работы ведутся и в селе Каркопа. Здесь завершается модернизация насосной станции. В ремонтных работах было задействовано 90 человек. На площадке насосной станции второго подъема установлено два резервуара по 100 кубов, в которых хранится хозяйственный питьевой объем и пожарный. В случае пожара, значит, включаются пожарные насосы и подается вода на пожарные цели. Водонапорная башня, установленная на площадке насосной станции второго подъема, емкостью 50 кубов, высотой 18 метров. В завершении рабочей поездки был дан ряд поручений районному акиму и подрядным организациям. Необходимо завершить все работы качественно и в срок. Альбина Кумаргалиева, Ержан Тойлыбай, Дастан Уразбаев, телеканал Ак-Жайык.